Все, всем доброе субботнее утро. Ездили мы сейчас на квартирку, которую приобрела у меня клиентка с незалежной, да, так называемой. Да, так мне не смогли объяснить слово, как переводится незалежная. В общем, Украина, Майя Таланты, участница конкурса, которая у нас участвовала и смогла выиграть конкурс, купить квартиру в Сочи с видом на море, с тремя окнами, угловую, с балконом. За 1,5 миллиона рублей в данном доме, и в котором можно уже зайти, делать ремонт, и который дом на 50% уже полностью обжит. Итак, давайте знакомимся, и сейчас мы с вами пообщаемся вот с красивой, милой девочкой Лилией. Итак, Лиль, рассказывайте, откуда приехали? Мы приехали с мамой из города Макеевки. Вот, микрофон вот так вот держи, так просто. Приехали специально в город Сочи, нравится здесь и климат, и ландшафт. Очень хотелось посмотреть, познакомиться, но нам сразу все понравилось. И квартира понравилась, и место, где располагается квартира. Вот, и цена нас устроила, то есть мы довольны приобретением. Какие трудности были там, или какие сомнения были? Сколько выбирали квартиру, там месяц, два в Сочи, год, пять лет? Квартиру выбирали быстро, можно сказать, потому что уже были ознакомлены с рынком недвижимости в Сочи. А вот. Где познакомились с рынком недвижимости в Сочи? Благодаря вашим каналам на YouTube, обсмотрели все каналы, то есть все варианты, уже сделали какой-то для себя вывод, захотелось приехать познакомиться. Сразу же в первый день встретились, Максим нас приехал, забрал, отвез на те объекты, которые нас интересовали конкретно. То есть мы подумали один день и сразу были готовы уже приобрести эту квартиру. Вот. Смотрите, у нас компания называется «Элитный Сочи». Скажите, как вот все быстро, долго проходит? Вот что, какие трудности были при оформлении квартиры? Вот вы же граждане Украины. Вот, как бы, если, например, ваши соотечественники будут нас покупать, что вы можете сказать? Долго, быстро, как бы, где комфортно, где некомфортно, где дополнительные с вас были сборы какие-то взятые. Ну, в общем, можете все это рассказать. Сборов вообще никаких не было. То есть мы оплачивали только стоимость квартиры, за исключением перевода паспорта с украинского на русский. Заплатили 1000 рублей. Вот это единственное, что мы оплатили, как бы, помимо стоимости самой квартиры. Все остальное проходило быстро. Юрист, который от застройщика, он нас привез, как он называется, этот ФМС. Вот, такие же желающих, МФЦ, такие же желающих я увидела, как нас, там много. Конечно, это не за 5 минут, вот, но за целый день мы успели это все, с учетом того, что мы выбрали квартиру, приехали ее еще раз, посмотрели, все обмерили, согласовали. Встретились с застройщиком, застройщик очень хороший, порядочный человек, то есть поговорили и готовы были ее приобрести. Дальше уже все было очень быстро. Максим нас отвез в этот, где паспорт нам сделали, перевод, там быстренько девушка это все сделала. Ну, в общем, все произошло за один день, не успели даже и, как сказать, это все на эмоциях. Ну, в общем, сейчас мы довольны покупкой. Еще раз сегодня приехали здесь, некоторые свои вопросы по поводу там замеров, какой будем делать ремонт, нужны были нам точно измерить. Вот. А так, в принципе, все очень хорошо. Рекомендую компанию «Элитный Сочи», конкретно рекомендую очень хорошего, порядочного такого человека, как Максим. Вот, поэтому я сама выбирала не одного, как, не сразу сделала свой выбор по компанию «Элитный Сочи». То есть я месяц знакомилась, целый день сидела, смотрела эти видеоролики, анализировала, где же лучше. И, в общем, познакомившись с Максимом, то есть никаких разочарований, все отлично. Вот. Идет на все какие предложения, то есть все очень-очень даже классно. Понятно, спасибо, конечно. Ну и так вот все-таки
Давай эмоции от Сочи. Вот ты была в Крыму. Вот скажи, пожалуйста, вот сравнение вот Сочи и Крым, как бы. Ну вот, мне просто самому интересно, я в Крыму не был, поэтому вот, очень интересно узнать. Не, Сочи, конечно, выделяется в сравнении с Крымом, так как город здесь очень такой живет такой насыщенной жизнью. Очень красивые дороги я здесь отметила. Вот. Очень много красивых объектов. Пляжи здесь чистые, хорошие. Вот. Ну, все, в принципе, понравился очень. Олимпийский парк мы были. Вот. Ну, как сказать, поживем, увидим, ознакомимся конкретнее. Ну, а так, центр, очень здесь все, конечно, мне понравилось. Мы первый раз приехали, но уже влюбились в этот город с первого взгляда. Здесь все очень, природа красивая, очень много зелени, воздух здесь очень приятный, комфортный. Вот. Ну, мне все нравится. Все ясненько. Ну что, ожидали, что так все быстро произойдет? Прям все именно вот так вот произойдет? Мы этого хотели, и оно так и получилось для нас. Все хорошо. Благодаря Максиму он знал, что мы приехали ненадолго, что нам нужно было и выбрать квартиру, и сразу же сделать сделку, и чтобы это все было правильно, по закону, без всяких каких-то лишних движений. Мы сделали все быстро, хорошо. Компании мы довольны. Как все делают, быстро, хорошо, мы этим всем довольны. Рекомендуем эту компанию. Ну и последний вопрос. Где бы вы покупали вторую квартиру, если вдруг приспичит вам взять вторую квартиру? А, уже есть желание такое приобрести еще одну квартиру. Ну, пока как бы поживем в этой квартирке, а там уже будет видно. Но будем приобретать еще одну квартиру, потому что хотим, чтобы наши родственники сюда переехали. Вот. Ну, дальше будет видно. Ну все, огромное спасибо. Огромное спасибо. Вот познакомились. Наконец-то у нас теперь народ есть с Украины. Вот вернее, сейчас с Казахстана. Вот девочка будет на следующей неделе. В общем, приезжайте. Добро пожаловать в город Сочи. Говорят, Сочи не резиновый. Ну, я вижу, что Сочи резиновый. Всех вас примет. И все, с большим удовольствием. Ждем вас в гости. Кстати, только... по поводу людей. Люди здесь очень добрые, вежливые. Все здороваются, все тебе уступают, на дорогах уступают. Ну, очень здесь как-то вот положительно. Моя неделя прошла на положительных эмоциях. Отлично. Но это вам не Украина, где там за кусок сала друг друга убивают. Я шучу. Все нормально. Итак, мне Лили привезла большой кусок сала. Мы его уже съели. Я шучу. В общем, добро пожаловать. Ну и мы заканчиваем наш небольшой репортаж. Мужу привет, можно передать? Да. Который так же, как и я, выбирал эту квартиру, но дистанционно. Тимур, тебе привет, я тебя люблю. Все, отлично, Тимур, тебе тоже огромный привет. В общем, все, давайте, всем пока. Поехали в мой любимый, в кавычках, Адлер.